Меня зовут Ульяна Гульванская. Я дизайнер интерьера. Я всегда спрашиваю себя от лица своих заказчиков, для чего нужен дизайнер? И последующую работу строю в виде ответов на этот вопрос. Всем, что я использую – ткани, камень, дерево, свет и тени – я пишу историю. Историю будущего, которую хозяин дома еще не знает. В ней о любви, о дружбе, о заботе. Я создаю атмосферу и настроение, задаю векторы жизни в этом пространстве. Для реализации таких задач нужно гореть своим делом, отдавать максимум из проекта в проект, осознавать ответственность. Во мне находят того, кто способен на это. Сегодня меня нашли вы, и я расскажу вам о будущем.